Институт средств массовой информации при Академии МНЭПУ дает высшее образование в области журналистики печатных, СМИ, телерадиожурналистики, лингвистики, рекламы и связи с общественностью. Возглавляет институт генеральный директор телеканала «Просвещение» Владимир Косинчук. Инновационные учебные программы, разработанные в образовательном процессе с университетскими традициями, сочетание теоретических и практических занятий позволит подготовить настоящих профессионалов, специалистов всех творческих профессий для газет и журналов, телевидения и радиовещания, корреспондентов и ведущих, режиссеров и операторов, редакторов и продюсеров, руководителей телерадиокомпаний и телевизионных каналов. Современно оснащенная аудитория, учебная видеостудия, построенная по новейшим технологиям, профессиональная аппаратура, линейный и нелинейный монтаж, серверное вещание и многое другое даст возможность студентам уже с первого дня занятий получать практические навыки, создавать свои собственные теле- и радиопрограммы, предлагать новые форматы, снимать документальные фильмы. Телеканал «Просвещение» предоставляет уникальную возможность показать в эфире лучшие работы студентов. Опытные преподаватели, профессионалы радио и телевидения будут давать мастер-классы и готовить специалистов не в узкой области, а владеющих смежными дисциплинами, способных работать в новых условиях. Ждем вас в нашем институте. Вы убедитесь, что журналистика – самая интересная профессия в мире.